У нас, ребяточки, сегодня понедельник, 2 марта, и какой-то праздник государственный на Кипре. Не работает стройка, вообще ничего не работает. Какой праздник? Я загуглила, но я не нашла ответа. Ну, у кого праздник, а у кого будни. Я поснимала, наконец-то, чехлы с этих подушек. Боже, я их еле-еле поснимала. Как их одевать мы будем, я тоже не представляю. Повыставляла подушки сюда, у Роберта, вдоль стены. Боже, как мы их одевать будем? Не знаю, очень сложно было их снимать. И сейчас я их постираю с этим, с отбеливателем. Они страшные, они грязные, просто невыносимо. Побросала, там у меня еще стирочка есть. А у меня есть отбеливатель. Ну как отбеливать? Не отбеливатель, а Диксон. Сейчас покажу. Вот такое вот глубокое очищение для белого белья. А это обычный, которым я пользуюсь. Тоже глубокое очищение, но он для всех видов. А это для беленького. Вот этим покрашу, помою, постираю. Поставлю на сколько? На 60, может? На 40 поставлю. И пусть отстирывает. У меня тюльпанчики поподрастали. И эти тоже. И эти красавцы я вам ставлю. Сейчас маленькое видео. Сегодня я о них уже рассказывала. Все в зелени. Утопает. Я хочу купить какие-то еще чехлы сверху на эти подушки, потому что они как пластиковые. На них неудобно сидеть, скользишь как-то на них. Короче, мне они не нравятся. Вот сверху на них еще какие-то купить, которые просто можно снимать, там простирывать. А эти были бы как страховочные, да, там пролил что-то, ну, чтобы сам этот поролон не пачкался. Тишина там вот напротив, люди. Что-то какой-то шашлычок, барбекю, что-то там они делают. Большая компания. В бассейне людишки, я вижу. Мужчинчик загорает лишь. Короче, Роберт наш сейчас вернется тоже с прогулочки. А я вся в домашних делах. Вся в делах и в делах. Боня, один ты у нас бездельник лежишь. Ребята, наши тюльпаны, в общем, двух разных видов. Мы это поняли с Робертом. Мы каждое утро просыпаемся, и они, вот эти вот сиреневые, они растут. При том, что я их обрезала вчера. Они все длиннее и длиннее, а желтые на месте стоят. И мы с Робертом так смеемся. Она говорит, а я тоже смотрю. Как такое может быть? Я говорю, ну вот так, такой, ну, вид такой, но они такие красивые. Они очень красивые. И это так хорошо смотрится на самом-то деле. Прям красиво. Робертушка, it's same like you and me. We very different. Говорю, любимый, как мы с тобой. Оба очень разные.